Приветствую всех на моем канале Татьяна Темис, с вами юридические новости. Если вы желаете поддержать мой канал, ссылка в описании. Теперь можно получить выписку из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен с помощью портала Госуслуг. Реестр ведется Минюстом России и содержит сведения о нотариусах, осуществляющих профессиональную деятельность на территории России, лицах, наделенных полномочиями по временному замещению отсутствующего нотариуса, лицах, сдавших квалификационный экзамен. Информация из реестра может понадобиться для подтверждения полномочий лица, нотариально удостоверившего документ, либо лица, к которому планирует обратиться гражданин или представитель организации. С помощью госуслуг можно обратиться в Минюст России за получением выписки из реестра без необходимости очного посещения ведомства. Выписка будет предоставляться в электронном виде. Обращение через портал госуслуг существенно сокращает временные затраты, в том числе за счет высокой степени автоматизации процесса оказания услуги.